Хитмейкер Моргенштерн делают человеком года. Моргенштерн. Хуи, бля, боеголовки, ебать, слушайте, когда злоё, бля. Бля, я уже раз пять послушал, мне пиздец зашло. Бля, Романов красавчик, он такие охуенные клипы снимает. Нихуя бурури, бля. Ой, нихуя бурури, бля. Нихуя бурури, блядь. Это разъемная, бля, музыкальная композиция, бля. Бля, ну он гений, конечно, вообще красавчик. Не, знаешь, еще прикольно, что начинаешь слушать, типа нихуя не понимаешь вроде, а потом, знаешь, потихонечку вот так начинаешь анализировать, блядь, знаешь, изучаешь новые слова, познаешь, можно сказать, новый язык, блядь. То есть я реально трек не сразу понимаю. Я поначалу слышу, знаешь, просто какое-то мычание такое, знаешь, ну типа прикольно качает, но все равно нихуя не понимаешь. Потом слушаешь и уже начинаешь подпевать, потом, блядь, начинаешь тверкать, снимаешь трусики, блядь. То есть реально удовольствие начинает идти. Там еще Дилара, блядь, тоже тверкать. Я от нее, конечно, блядь, вообще охуел, то есть, блядь, молодец, как бы, блядь. Вот смотри. Пиздец. Бля, это охуенно. Это охуенно. 22 года, сука, кто двигается, пиздач. Бля, ресторан, кстати, тоже охуительный, вообще пиздануться, бля, просто не встать. Ну ладно, 2020 год он поразъебывал, блядь, следующий я разъебываю, ебать. Пост дал, пост принял, блядь. Просмотры у него на клипах, конечно, просто ебанутые. Бля, ебаю. Охуенно, охуительно вообще. Сейчас я строго напишу про это. Ты там был в кайфе, да? Бля, ну неплохо. Я бы даже сказал, хорошо вообще. Бля, вот так это и работает, знаешь, для кого-то год прям пиздец, типа хуйня. Вот, то есть у всех все по-разному, бля. В принципе, у меня вообще в целый год был охуенно, не считая вот последних, так сказать, недель, двух там, наверное, когда все эта хуйня произошла, бля. А в целом вообще охуительно было. Опять же говорю, это все от, ну, относительно. У кого-то год охуенный, у кого-то хороший, бля. Бля, ну прикольно, кстати. Очень охуенно. Я уж честно говорю, я этот клип много раз смотрел, то есть мне прям нормально так зашло, бля.